Всем привет, друзья, с вами Брайан. Боже, как я давно этого не говорил. Как ваши дела? Мои плохо, потому что мой основной канал так и не разблокировали спустя месяц! Брайан, или же Брайан Мапс 2. Второй канал Максима Тарасенко, созданный для неудачных кадров. Что с ним сейчас? Давайте посмотрим. Каналу Брайан недавно исполнилось 10 лет. Первое видео на канале тоже неудачные кадры. Только это неудачные кадры из Майнкрафта, тогда Брайан еще не снимал скетчей. В дальнейшем Брайан сделал большой перерыв в 2 года. И тут основной канал The Brian Maps блокируют. И пока проблема не решилась, Брайан публикует обычные видео на этот канал. А в дальнейшем, когда проблема разрешилась, Брайан публиковал на этом канале только неудачные кадры до 2018 года. Интересный факт про этот канал. Брайан стал первым человеком в российском ютубе, который получил 2 золотые кнопки одновременно. Но вопрос, почему на этом канале пусто уже 5 лет? Предположений может быть много, и конкретного ответа я дать не смогу. Рассмотрим некоторые версии. Версия первая. Мало самих неудачных кадров. Со временем скетчей становилось меньше, и Брайан набирался профессионализма. Так что очень смешных, бля. Но вы поняли. Вторая версия — это Брайан хочет увеличивать аудиторию на основном канале. Эта версия подкрепляется тем, то, что на основном канале Брайана уже выходили неудачные кадры последней кнопки 2. Третья версия — это ненадобность канала. Возможно, Брайан и задумывал получить вторую кнопку с этого канала, и когда он ее получил, канал пришел в негодность. Хотя результатом тишины на канале может быть 3 версии сразу. Ну а что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментарии. С вами был я, Майк. Всем удачи, до скорых встреч и пока-пока. Идите в жопу. Спасибо за обращение.